наконец-то я себе купила мото. Права получила уже целый месяц назад. Эту милую девушку на скутере, как и меня, зовут Таня. Не дождусь момента, когда оседлаю его. Сам мотороллер, наклейки, флажки, каска, зеркальце. Розовый, мой самый любимый цвет. Примерим каску. Как раз мне по размеру. Я вижу красивую девушку Таню на бесподобном скутере. И теперь я могу на нем путешествовать. Объеду всю Италию. Поехали! Путешествовать на Веспе. Такая прелесть. Посмотрите, красотища-то какая. В Италии так много красивых мест, потому что она вся или на горке, или под горкой. Красотища! Я так проголодалась. Приехала в пиццерию. Я даже не представляла, что здесь такая необыкновенная панорама. Деревья оливковые. Эти маленькие пиццерии такие уютные. Я думаю, пицца, которую мне сейчас принесут, будет отменная. Посмотрите, какой шикарный камин. Мне так нравятся такие места. И мебель такая старинная. А теперь посмотрите на эти пиццы. Жаль, что я не могу вам передать запаха. Интересно, я справлюсь с этой пиццей или нет? Такая огромная. Ух, не ожидала, что я справлюсь с этой пиццей. Хорошо-то как, наелась. Посмотрите, как солнышко прячется за горы. Спокойной ночи, солнышко. Как я люблю путешествия. Продолжая сегодня мое путешествие на Веспе, этот город называется Тоди. И как вам эта панорама? А здесь, наверное, новый дворец строится. Если вам понравилось мое путешествие на скутере, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И подписывайтесь на канал «Бабушкины сказки», чтобы не пропустить следующие серии. Пока!